Лоту Гули назначает смотрящих по российским регионам. Выводы делать вам: воровский мир идет в ногу с техническим прогрессом и не отстает от бурного развития информационных технологий. К такому мнению приходишь, наблюдая за деятельностью азербайджанского вора в законе Лоту Гули, Надира Салифова. Как передает ВСТС, Лоту Гули стал выходить в прямые эфиры в социальных сетях и доносить до своих подписчиков, а их оказалось немало, свои месседжи, свои толкования тех или иных сложных вопросов. Судя по видео, которое попало в наши руки, Лоту Гули разделил регионы Азербайджана на сферы влияния, и у него везде смотрящие. В частности, по его же словам, Гянджу он доверил Рашаду Гинджинскому. Видимо, Лоту Гули решил, что главы исполнительной власти на местах не справляются со своими обязанностями. Выводы делать вам, а нам остается только напомнить, что, находясь еще в заключении, Лоту Гули решал свои вопросы через социальные сети, в частности через Skype.